Ассалам алейкум! Добро пожаловать на День татарской культуры. И пусть этот праздник не такой масштабный, как, например, Сабантуй или Курбан-Байрам, гостей на нем было достаточно. Увидела по Заречному новости, я прямо рвалась, хоть и болела, хотела попасть. Нравится, очень интересно, книги, наши татарские блюда, очень нравится, что по душе нужно. Вот то, что хотела купить наши аят-аль-кюрси, все это тоже по-нашему, платки, очень нравится, почаще бы так организовали. Огромная очередь выстроилась за татарскими угощениями. Чак-чак, различные пироги, колбасу халял мгновенно раскупили представители всех национальностей. Ведь вкусная еда тоже является объединяющим фактором. Свои кулинарные секреты хозяева праздника не скрывали. Подходите и учитесь. Например, пермичи с мясом. Дрожжевое тесто, как обычно делается, там мука, соль, сода берется, все это добавляется, перемешивается. И на основе мяса там начинка входит в состав лук, перец по вкусу, соль добавлять. И просто все это обматывается, все очень вкусно получается. А для любителей духовной пищи целый стенд с татарской литературой. Молитва, история мусульманства и даже Коран на русском языке. А чтобы лингвистическое погружение в другую культуру было полным, мастер-класс. Ассалам алейкум ва рахматуллахи ва баракату. В переводе на русский язык это приветствие, как оно, если в русском языке здравствуйте, пожелание здоровья, то у мусульман это звучит мир вам, милость Аллаха и его благоденствие. Имя Аллаха, вместе с ним и Каабу, главную святыню мусульманского мира в Мекке, чаще всего изображают на национальных сувенирах, многие из которых, кстати, уже давно стали межнациональными. Мало кто знает, что любимые всеми четки пришли к нам с востока и должны состоять из 99 бусин. Ровно столько имен у Аллаха. Во время молитвы принято перебирать каждую из них и мысленно называть одно из имен. Таким образом, у Бога просит прощения и здоровья для всех остальных. Это очень здорово, что сегодня собрались наши зареченцы, национальности, татары, которые пришли и могут и кухню попробовать свою национальную, и с удовольствием, наверное, послушают все, что сегодня привезли самодеятельные артисты из нашей Пензенской области. На праздничном концерте зажигательные танцы и песни артисты в ярких традиционных костюмах. Пусть язык порой был гостям непонятен, зато искренние эмоции и музыка пришлись по вкусу всем. Алина Филиппова, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный».